С началом нового учебного года изменились требования и к выпускникам автошкол. Вступили в силу новые правила обучения. Кроме привычных упражнений, таких как старт на подъеме, змейка и гараж, добавляются новые. Усложненная змейка и разворот на 90 градусов. На выполнение каждого элемента на автодроме практического экзамена отводится не более 2 минут. Что касается выпускного испытания в городе, то изменилась штрафная система. За непристегнутый ремень начисляют 3 штрафных балла вместо 1. Что касается теории, то экзаменационные билеты поделены на 4 блока. Каждый промах означает 5 дополнительных вопросов и добавочное время. 2 ошибки в одном блоке – пересдачу, 3 ошибки в разных темах – тоже. На ответы даны лишь 20 минут. Преодолевшие испытания курсанты получат заветные права через 30 дней после сдачи экзамена.